Да херачьте вы его втроем, вас трое, блин. Какого хрена? Мамочки! Просто пиздец, ненавижу нахуй эту игру. Да-да-да, он видит же. Да-да-да-да-да-да-да. Он увидел, бля. Доброго времени суток. Вы на канале Nixon Sleep. Это The Devil and Me. Джейн, мы с вами продолжаем ее проходить уже шестую серию подряд. В общем, значит, мы сейчас находимся на пути к поимке нашего маньяка, который, возможно, является детективом, или не детективом, или Морелло, который вот этот черный все затеял, нас сюда привел. Вот, в общем, мы это пытаемся выяснить и поймать его, и прикончить. Вот, да, у нас это шестая серия, как я и сказал, возможно... Нет, она не последняя, она предпоследняя, я уверен, седьмая будет последняя, я посмотрел так. Прямо по коридору, правее. Да-да-да. Я посмотрел, получается, сколько нам осталось. Осталось 2 часа, и вот должны за 2 серии уложиться. Вот как-то так, да. Ой, пятерочка. Вот. У меня, короче, буквально как запустил игру, первый раз она взяла и крашнулась, прикиньте. Крашнулась, и я думал, что за фигня, как так? Не надо мне тут крашиться, не срабатывать. А на карте было? Что на карте было? Дырка? Не понял. Что-то крашнулось, вылетело. Я такой думаю, бля, что ты это заканчивай? Такое делать нам не надо. Нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы ее пройти. Вот. Так, ну теперь мы заходим, получается, в дверь. И нам надо как-то взять маньяка, выманить в какую-то комнату рычажками. Кейт закроет его западню. Она находится в его режиссерском номере. И как бы дело в шляпе. Вот, да, но я пока не могу понять, куда мне тут идти. Занавеска какая-то. Ну, там же что-то будет. Или не будет? Блять! Ну, будет, конечно. Конечно. Будем мы. Ну, блять, ну вот, я вот сколько... Ладно. Бомблю, ну как-то... Вроде тут стало меньше вот этой тупизны скримерной, да? Но... Это так тупо, что они... В данный момент меня пытались напугать. Когда я что-то отодвигаю... Когда очевидно, что если что-то отодвигает... Камера... Еще комнаты. Камера, она застывает. Очевидно же, что-то будет. Нет. Мы сделаем тебе испуг, когда испуг должен работать внезапно, чтобы тебе было страшно, а не вот это вот сюда. Ну, за монетку спасибо. 58, 67, ладно, по десяточке. 67 монеток, да, у нас уже, вот. Да, кстати, в прошлой серии мы еще с вами спасли Чарли. Точнее, он как-то сам спасся, не задохнулся в газовой комнате, чтобы вы понимали, где все было... Огненно. Но он как-то выжил. А дверка? А дверка открыта в натуре? В натуре? Подожди. А там что? А там... Так, ладно. Вот это, ладно, ну типа и тупо. Ну, менее тупо, чем другие до этого скримера. Бэм. Прошелся, блядь. Просто, а это... Я говорю, он такой, бэм. Не ожидал, да? Такой. Ну ты же тут, да? Сучоныш. Или подожди-ка. А я не пойду-ка туда. Я сначала посмотрю, что здесь. Хотя нет, мы не посмотрим. Мы не посмотрим, а лучше сразу пойдем. Тут нечего смотреть. Так. Тут была эта же Эрин. По-моему, это та самая комната. Вроде бы. Да. Это именно она, но у нас только один проход в дверь. Прослушать, посмотреть мы ничего не можем. И сейчас там будет вот этот чувак со шприцом. Да. А его уже нет. Ой, что это мне подлагало, блядь. Подлагала она у меня. Ну все, вперед. Пиздец.
Как ты подлагала-то? Да. Не знаю, на запись будет это видно, нет? Но они скример меня испоганили, блядь. Было все равно неприятно, но, блядь, могло бы быть лучше. Так, иксы у нас тут, что тут надо? Квадратики. Кругляшки, наверное, сейчас будут, а? Он еще так медленно идет, а мы бежим блефовать. Бежать, наверное. Бежать, бежать, бежать. Блять. Че споткнулась? В натуре. Приказ. Давай, закрывай. Закрывай! Но закрывай! И что это дало? Что это нет, дало? Нет, погоди! Ага. Оп! А так с ним закрылись. Не, ну вроде закрыли все, да? Я надеюсь. Он же не продыряет нам эту стену, блядь. У него там ножичек есть. Сейчас выйдет из темноты, да? Ну конечно! Нет! Ебать. А как он вышел-то? Бля, ебанутый. У него там что, этот... дистанционное управление? Ебать. Джейми, беги! Беги! Господи! Да херачьте вы во втроём, вас трое, блядь. Какого хрена? Девочки. Блядь. Уярьте его, блядь. У тебя отвертка есть. Мамочки! Как же это, блядь, тупо выглядит, боже. Три женщины не могут отхуярить мужика, блин. Тем более там пропасть. Мамочки. А вот это, да, это было, кстати, умно оставлять его в его же режиссерской комнате, чтобы он вас сейчас закрыл. Блять, охуенно. Ебанись. Джейми! Опа! Джейми! Опа! Стой! Охуенно. Черт! Сейчас опять будет выбор, кому жить. Что это? Походу. Что за кнопка? Тут знак разворота. И зачем? Ой-ой-ой. Нет! А тут как быть? Отвертка? Хуер, блядь! Ага. Хотя это бесполезно, бля. Уйди! Уйди! Пиздец. А, толкай, я толкай. Джейми! Бля. Кейт, похоже, если нажать кнопку, стена отъедет. Хочешь сказать ко мне? Да. Если не нажму, меня раздавит. Охуеть. Стой! Знаю. Прикол. Если я нажму, тогда раздавит тебя. Ебанутый Дюмет. И что он этого и добивается, чтобы ты выбрал, кто из нас умрет. Прости, прости меня. Бля, что делать? Изменение. Я не хочу умирать, вызов хватит с меня его игр. Вызов, блядь. Нахуй. Нахуй. Я не играю, я так не могу. Нахуй. Я не убийца. Сострадание. Отношения обновлены? Кейт. И чё? Прости. Я не убийца. А в чём смысл? Джейми оставил отвертку себе, Джейми нажал кнопку, чтобы размернуть стеклянную стену. Так, я не убийца, и она делает с точности да наоборот? И в чем смысл? Нет, не надо. И в чём не прикол, хочу блядь? Умирать. За что ты так? Сука ты, Джейми! Джейми, не хочу умирать. Нет, ебать. Только не так, только не так. Нет! Да это бред. Нет! Нет! Ёбаный рот. Вот. Пиздец. Блять, как какой так вышло нахуй? Удивительный финал. Джейми нажал кнопку, чтобы убить Кейт. Они, конечно, охуеть, не всегда сходили. Да. Да я не специально ее нажал, блядь. Тут меня... Че за хуйня? Я не понял этот выбор. Вот меня просили нажать, и типа...
я сказал, типа, нахуй это все, да? Значит, типа, я ничего не буду играть по вашим правилам. При этом игра попросила от меня, чтобы я нажал. Я ее случайно нажал, блядь. Во взглядах, но я не ожидал. Заебись. Такой злобы. А вот Чарли отлично проявил себя. Нахуй это все. Выжил в печи и обошел все преграды. Но надо же. Да, Чарли герой. Да. Возможно, вы жалеете, что в прошлый так раз отказались от подсказки. Теперь согласны? Да иди нахуй. Хотя. Ладно, фиг с ним. Давай, да. Обратимся заебало. К сэру Артуру Конан Дойлу. Вот о, это Шерлок из Холмс. Человека с рассеченной губой. Не читали? Советую. Надо бы. Верный товарищ всегда полезен, особенно если он записывает наши истории. Можно подумать, что это сказано обо мне. Что ж, вам пора. Надеюсь, эти беседы полезны. Не хочется, чтобы они вас напугали. Слежу за вашими успехами. Как всегда. Слежу. Внимательно. Следи, следи, блядь. Блин, как вот скейт тупо вышло, ёб твою. Чисто моя же реакция меня и погубила. Я думал, надо нажать, ну типа... Хотя зачем я думал, я ничем не думал, просто на реакцию повелся. Бля... Кейт была раздавлена стеклянной стеной. Да как так? Джейми нажал кнопку, чтобы развернуть стеклянную стену. Вы ебанулись нахуй, ну кто так делает? Просто пиздец, ненавижу нахуй эту игру. Ебать, я тупанул нахуй. Да. Беда, беда. Я, кстати, вспомнил я это видео в видениях, как ее размазывает. Да. Одну из лучших героинь загубить так, блядь, по глупости. Эрин, что случилось? Надо бежать. Что случилось, Кейт? Ебать. Блядь. Ой, минус мораль. Не хочу играть, блядь. Не хочу, сука. Иди нахуй, убивай всех. Скорей, надо бежать. Давай. Бля. Такая хуйня. Я не хотел этого. Чарли, выживи и съебывай нахуй от этих баб. Тупая... А, это Марк. Иди к Чарли. Ой, да-да-да. Иди к Чарли. Ну, такая, ну, тупая хрень. Так убить Кейт. Боже, я ненавижу себя. Нажал на L2. R2. Хотя надо бы просто отвести в сторону. Я как бы уже сделал до этого выбор. Не убивать. Они мне дали второй выбор. Я думал, это наоборот, что-то... Ничего не подумав, точнее, и все нахуй. Срань-сраньская, блядь. Давай, быстрей! Все, убивай их всех. Всех их убивай. Он ушел? Да. Не, блядь. Неужто они как-то выбрались на улицу? Серьезно? Серьезли? Серьезли? Блять. Ой, нажал код. Иди нахуй. Туда, уёбок. Давай вниз. Одна я не уйду. Давай. Бля. Ой, нихуя себе. Он прям сгна, блять. Отвали. Уёбище. Как бы его захуярить. Так, X нахуй. Круг. Треугольник. Блин, вот я надеялся, что в этой части у меня никто не умрет. У меня в каждой части этой игры кто-то-то умирал по глупости. Это Чарли, да? Нет, это не Чарли. Блять. Охуеть, а я успел прожать или нет? Вот тут успел.
Так, спрятаться, да, блядь, спрятаться, давай прячемся. Особенности обновления, остроумие. И чё? Опять дышим через раз, чтобы он нас не услышал или чё? Или он нас просто прихлопнет? Блять. Ножик есть? Ножик? Ножик был. Был ножик. Был ножик, я мог его взять? Или чё? Я не понял. Почему у меня высветилась панель с ножом? Вот беда. Как будто я что-то опять заруинил. Так осматривает. Дам-дам. Тым-тым. Вот реально, вот после смерти Кейт нет желания вообще играть. Именно Кейт, вот она бы умерла, Джей. Ну и хрен с тобой. Ну, Кейт. Это... ну ладно. Как говорится, что сделано, то сделано, даже по тупости. Да, давай, хуярь его. Так, нахуй. Ой, квадрат был. Квадрат был. Нет! Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оглушила нахуй, наверное, да? Оглушила. Оглушила, сука. Но она не разбилась. Ну, он идет, вставай. Она не разбилась. Я сейчас. Джейми, вставай, скорее, я нашла выход. Там надо было квадрат нажать, а как, блядь? Помоги-ка. Его не Ладно. Было, он был за... Пошли. Полсекунды. Меньше, чем полсекунды. Да, я побежала, ну беги. Ой, бля. Чё за цирк? Эрин. Не стой! Охуенно. Бля. Сейчас будем играть за Эрин, судя по всему. И она будет с ним хуяриться. Галлятором. Бля. Уйди отсюда, животное. И кто-то смотрит. Это мы смотрим на него? Да, это мы. Не, ну, и вот этот момент, вот, когда ты дышишь, это вообще максимально тупо. Я не знаю, может есть настройки сложности, которые повышают эту кардиограмму для более хардкорности какой-то, чтобы, ну, типа, можно было на этом налажать. Но тут ты не налажаешь никак, блядь. Одну кнопку нажимать. Каждый миллион секунд. Пиздец. Ты цела? А вот Кейт мне нет. Мне повезло. Выберитесь из лабиринта, блин. Вот честно, не хочу играть. Вот прям вот мерзко за самого себя. Как так могло Теперь получиться? Теперь сюда вроде. Как так могло выйти, нахуй? Так тупо, я понимаю, если я бы как-то вел себя хреново по отношению к другому игроку, но тут, ай, бля, ну и чё тут, тоже было читаемо на самом деле, даже не стал это озвучивать специально, думаю, кто же в этот раз, кто-то пройдет. Пробежит? Нет. Пролетит. На сей раз ворона, блин. И вот куда идти? Вот в чем вопрос. Тупик. Класс. Просто класс. Приехали. Нам конец.
Класс. Я согласен. Будет смешно сейчас просто скинуть в лабиринте, короче. После всего, что было. Стол. И что я должен понять? А где я? А, ну тут выход какой-то. Там ничего нет. Там вход. Блять. Как бы, а ничего, что темно. Ни хрена не видно. Как я должен ориентироваться в этом всем говне? Блин, сюда что ли? Направо, налево. Тут, может, направо. А нет, мы отсюда. Может, сюда. Блин, ваш прям пиздец. Давно мне так не было обидно, не накрывало. Была бы не ночь, я бы еще жуть бы громче орал. Жуть, так жуть. Две картины. Два предсказания, да? Или нет? Нет, походу не предсказания. А вот куда идти? Бля, ебаное все. Зачем делать лабиринты? Это ну... Блядь, это же больше раздражает. Это прям вымораживает. Слушай, я кое-что заметила в Дюмете. Что? В общем, в детстве я мало разговаривала. Ага. Да ты что? Погоди, я просто молчала. Это называется селективный мутизм. То есть я могла говорить, но не хотела. И каким боком тут Дюмет? Мы не слышали его голос. Так. Психологи объясняли мое молчание тем, что я так прячусь. Что мне страшно заговорить и показать, какая я есть. То же самое у Дюмета. Понятно, что он не хочет себя выдавать. Нет, не в этом дело. В нем есть внутренний конфликт. Он сам не знает, кто он такой. Словно он застрял между двух личностей. Ну, хорошо, что ты не убийца. Это пока. Это пока, блядь? Нам такого не надо, нам тут одного хватает. Блин. Ой, Дюмет, блядь, Дюмет, сучка ты, а? Вот книжка там какая-то, письмо. Сили, цикл, или что-то, цитя. Я понимаю, что он твой сын, но я вышла замуж из любви к тебе, а не к нему. К тому же, это твоя бывшая должна следить за тем, чтобы он ничего не натворил, а не я. Даже не знаю, может, я просто слишком расстроена из-за этой поездки, я не... О таком мечтала, когда ты обещал увезти меня на секретный остров. Мне плевать, что он... Гаррисон Ли известный писатель ужасов. Он ведь твой начальник, а не супруг. Ты не обязан ехать с ним в отпуск. Может, попытаемся побыть хоть немного вдвоем? Сесиль. Какая-то Сесиль. Наспех написано заявление об увольнении. Это заявление об увольнении одного из рабочих строительной компании. Да, блядь, ты... Держи. Переверни. Дорогой Курт, я подумал, что легче записать свои мысли, чем каждый раз расстраиваться, пытаясь донести их до тебя. Я несчастлива. Ты ведь знаешь, что я не лажу с Томасом, не понимая, зачем всюду таскать его с собой. Ты ведь сам говорил, что он ходящая катастрофа. Его постоянное присутствие нагоняет на меня тоску. Да. Так, что у нас тут? Тут у нас вообще ничего, по сути, больше нет. Какая-то барная стойка. И это все на улице. Почему мы это заранее не видели, непонятно. О, и мы вышли из лабиринта как-то. Ну, как бы вышли, как бы нет. Мы что-то нашли. Двух каких-то супруг. Романтическую пару. И тут тоже тупик. Блин. Она бы хоть тоже бы ходила, искала, помогала бы. Направляла. Я нашел какие-то провода, блядь. Он? И чё?
off on. Нужен рычаг? Скорее всего, да, нужен рычаг. Найдите недостающий электрический выключатель. А где, блядь, где его найти? Бля, душнило, сука. Ну какой электрический рычаг? Чё найти? Бля. Где найти? Стойка. Тут ничего нет. Бля, куда идти нахуй? Сюда что ли? Тут я, по-моему, не был. Камера еще такая по-уебански. Перед собой ничего не видишь. Непонятно, как ходить. Ну тут шнуры какие-то. Ничего не валяется. Может, наверх? Скорее всего, да. Мы сейчас как-нибудь отсоединим этот рубильник, который... Опа! Либо найдем. Все. Берем. Да, в карманчике. О, туда он именно и влезет, конечно. Могла бы хоть куда-нибудь повесить его под на юбку, я не знаю. Ну, в карманчик. Как он в карманчик-то влезет? Чё за смехуёчки? Может, получится починить. Может быть, а вот как? А, это надо, короче, всё, понял. Это надо сейчас спуститься туда, нажать. Она тут что-то устала, видимо. Тут мы прыгаем. Очевидно. И идем. Не сюда, блядь. А куда? А куда мы идем, слышь? Сюда же? Да. Все правильно. Вставляем. Как? Вот так. Off. One. Давай. Так, ну запиталось, это радует. Посмотрите контрольный щит. Нет, не-не-не, ты куда ты бежишь? Не сюда. А куда? Там какой-то был другой. Подожди. Нет, все правильно, подожди, все правильно вроде. Да, в деревянную подсобку заходим. Бежим направо. Еще раз направо, поверх и налево. Вот, да, и теперь ебашим. А вот что нажать-то? Вот это? Понять не могу. Опа! А первое что будет? Непонятно что, конечно. Или уже бессмысленно нажимать? Наверное, бессмысленно, блядь. Они просто крутятся. И заебись. Залезть обратно внутрь. Куда же еще, если не туда? Не. Блин, вот минус один персонаж, это минус пол сюжета, блядь. Минус половина диалогов. И все почему? А потому что я нажал R2, когда я уже думал, я сделал выбор, но... Ебать, ты тут, ты уже тут? Хуя себе. Вот, блядь. Так, ну чё у нас тут? У нас тут монеточка не изменит. Не поменять ни настроение. Хоть тут будет хоть 100 монет сейчас сверху. Нет. Я в отчаянии. Я, блядь, расстроен. Я не хочу в это играть, блядь. Я требую изменения своего решения. Которое я не принимал даже. Это игра, блядь, кривая. Это не я, это все игра. Давай, ползи, подожди. А что он так подожди?
Че она? А, так вот. Просто она как-то поперек легла. Непонятно. Ну, сейчас кто-то выйдет, да? Да-да-да. Да, нет. Ну, нет, в этот раз нет, просто. Все говорило о том, как будто да. Да, ты ползи. Тут мы ничего не найдем. Кстати, они почему-то молчат. Вот прям, мне кажется, с ними тут должна была быть Кейт. Может быть, хотя их разделили бы. Да, ну, как будто тут отсутствие каких-то диалогов. Нехватка чего-то. Да, и мы вроде как вышли. Выберитесь из сада. Ебать. Почему тут такое освещение странное? Непонятно. Так, а если я тут Я больше этого не выдержу. Может, споешь свою песенку? Не думаю, что поможет. Надо сначала тут осмотреть. Песенка, да, тут не поможет. Уйди, страх. Там что-то она такое попела, уже не помню точно. Тут обычная песенка. Ничем не поможет. Так, о, Курт Холл. Это тот мужик, которому читали Курт Холл. Публицист. Так, тут ничего. Это какой-то компас. Что он делает? Может, он как-то нам... Я его смотрю, и толку-то нет. Дверь эта нам не нужна. Компас, судя по всему, тоже. И в чем тогда... Зачем их смотреть, если... Ими нельзя пользоваться. Какой-то бред. Ой, бля, он тут будет стоять. Сука! Что это вообще такое? Он сейчас напугает нас, типа... Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Пошел нахуй. Читаемое чмо, блядь. Ну, давай. О, топор, бери нахуй топор. Хуярь его, блядь. Скорее! Нет, хуярь. Ебать, она вытащит его? А вот он вытащит. А, он, по-моему, господал. Подпереть, 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 подпереть. Особенности обновлены, да. Храбрость. Ух. Да. Вон, там... Так, подняться, 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 бежать, бежать. Ебать. Быстро... Правильно ли я сделал? Тревожность. Открыть дополнительный материал. И чё? А мы успеем? Вроде успели. Ебать. Так, ну хоть не подняться. Подняться, потому что там было бы тупо, мне кажется. Ой, бля. И чё? И чё? Нет, не надо. Пожалуйста, нет. Не паникуй. Чу-чу-чу-чу. Он любит, когда паникует. Ты должна быть смелая. Так, шаткая конструкция или что? Да. Ёпки. Вы живы? Но он туда точно не пойдет. Блять, а мы там вообще выберемся? Сука. Мы вообще там выберемся или нет? Из этой жопы. Марк, бассейн. Но если они показали момент смерти, значит выберемся. Поэтому живем, блядь. Бассейн. Открыть. Конечно же, заперто. Может, что-то завязать могу? Найдите выход. Найдите вход в раздевалку. А фотик? А фотика, а все уже, мы не пофоткаем. Нет у тебя больше девушки, понимаешь? Нету. Нету. Остался ты холостяком. Вот что, как Чарли будет выбираться из этой жопы, непонятно.
И чё? Вон там ничего нет. Хотя я жду, чтобы дверь открылась, типа. Вот эти вот ваши вот приемчики. Шаблонные. С пуганием. И все такое, ну блин, а вот... Что от меня игра-то хочет на данный момент? Я не могу понять. В бассейн можешь сам прыгнуть. О, в натуре, да. И тут кто-то лежит с рукой. Боже. И что надо? Ключ. Ну, бери, что. Какой-то Чонконхлам. Какое-то имя, блядь. Бывший какой-то чувак. А нам теперь бы определиться, какую дверь мы хотим зайти. Вот здесь есть дверь. Но, судя по всему, только в ту, которую нам единственную показывали. Да, блядь, тихо. Остальные все какие-то, наверное, не те. Да, тут закрыто. Окошко мы одно только посмотрели. И больше нет, да, вот. Постоянно нам фонарики подсвечиваются. Как-то подачку движения или что это? Давай, открывай. Заебись. На счет там какой-то предмет был. Как будто отмычка. Найти выход. Ебать. О, это что такое? Есть кто в домике? А? Что здесь случилось? Ай, блядь. Лучше нам не знать. Да, как он охуеет, когда узнает, что Кейт убили? Ёпа. Что это? Где это? Что это? Я уверен, в какой-нибудь из этих сортиров, блядь, развернись. Есть монетка, но... Монетку я не вижу. К сожалению. Вот, хотя что-то нашел. Бэм, бэм. Кольцо. Обручальное кольцо с гравировкой, принадлежащее Гаррисону или Льюису Ли. Гаррисон и Льюис были гостями отеля, они заехали за несколько недель до прибытия съемочной группы. Ага. Может, себе заберешь? Хотя зачем? Теперь-то оно тебе зачем? Есть только в ломбард. Гаррисон Льюис Ли, 21.06.2008 год. Ебать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это было неожиданно. Как-то внезапно обрушился потолок. Да. Так, шкафчики мы посмотреть не можем. Вот это вот красное его слабое освещение, оно раздражает. Что за черт? А, отпечатки или что, типа? Да, у кого-то... А, вот труп туда уволокли в бассейн, или он бежал раненый. Да, он, вот этот Гаррис или Льюис, он бежал в бассейн, и он там и остался. Кто-то за ним гнался. Блять. Тихо, нахуй. Тихо. Да, давай, конечно, увидим будущее, которое... Ой. Блять. Вот это хуёвое видение, конечно. Мой хуёвое, умирать-то не хочется. Вот Маркус тоже нормальный этот. Пацанчик. Блин. Марк, Кейт... Получается, и Чарли. Вот три вот героя, которые вот мне вот нравятся, более-менее вот. Так, 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 так. Ебать. Бля. Чуть не упал, нахуй. Бля. Съебывай оттуда. Фух. Пиздец. Чарли, территория отеля, 32, 27 октября. Наконец-то, Чарли, мы вообще встретимся все как-нибудь, нет? Или... О, Марк. Марк, да.
какие-нибудь. Найдите Марка. Маркиз. Опа. Я так и знал, что тут что-то есть. Я так и знал. Монеточка, это будет 77? 72, 74. Ладно. Не зря отбежал, ладно. Кстати, по-моему, в предыдущих частях мы не умели Марк. Бегать. А тут умеем. Марк! Где ты, Марк? А это, кстати. О, давай. Это, кстати, да. А мы не откроем, да? Ебать, а как? О, как? У нас же есть там шпилька, отмычка какая-то. Мы должны уметь. Слышь? Мы должны уметь. Блять. И что делать? Мы должны уметь это все дело открывать. Ёпта. Ничего, обратно бежать, что ли? Я понять просто не могу, куда мне бежать в таком случае. Где-то я, возможно, объебался. Обратно в подвал. Нет, он не хочет. А куда тогда? Тут что-то есть. Я справлюсь. Ну давай. О. Гениально. Не можешь зайти в лоб. Обойди. Вот и все. Залезь, толкать. Толкать. Нет, подожди, надо открыть. А потом толкать. Во. Шотенько. Так давай и берем этот, что толкаем. Толкаем, блядь. Она парализит вообще-то. Так, и куда толкать-то, только вопросик. Вон туда. Единственное место, где нет проволоки. Спиздили вот этот фирменные контейнерчики, баки с мусором с The Last of Us. Я вот прям уверен, они за ними и подглядывали. Такие, блядь, у нас тоже будут свои контейнеры, которые мы можем двигать. И это круто, ёпта. Примерно так они и думали. Хотя вот это вот постоянно двигать контейнеры за Last of Us мне не особо нравилось. Как-то даже подбешивало. Вот. Они взяли и добавили это сюда. Блин, ну какой-то вообще обширный, непонятный остров. Нам... Я уже запутался в событиях, конечно, там. Спрыгнуть? Да нет, еще, блядь. Какой спрыгнуть? А, хотя нет. Я уже запутался, кто кем является. Морелла, бабка. Кто там еще был? Много, короче, кто был. И уже, как бы, знаете, с одной стороны, и поебать. Хочется быстрее закончить эту игру. Она мне, в принципе, поднадоела. Как-то стало менее интересно. Ну и смерть Марк. Кейт, естественно. Это пиздец. Ау. Где Марк-то? Марка тут нет. Это надо, видимо, наверх. Либо это байт. Странно. Вот. Ты чё, нахуй? Это кто был? Это собака была в натуре? Ебать. Приколюхи. Да, вот. Про убийцу мы уже поняли, что это, скорее всего, вот детектив, который был обижен в жизни там своей, у него было хуёво детство, там мать, у него раздвоение личности, он не знает, кто он, ему промыл мозги психопат, вот этот вот. Вот, скорее всего, да, типа, оно так и есть, но, возможно, я что-то не понимал. За нами ходит какая-то псина, блядь, внезапно. Внезапно собака. Так. Справа нет. Налево. Тут замочек. Блять. Окей, значит направо. Блин. Вот, ну доберутся они, ладно, вот до берега. А там у них же лодки нет. Как они убегают? Как они собираются уходить отсюда? Им надо по-любому замочить маньяка, нахуй.
Либо хотя сигнал СОС они могут подать в этот. На маяке. Только если так. А тут... Черт! Псина нахуй. А я туда полез? Типа... Охуеть. Да, попробуй достань. Там, по-моему, было в другое место можно было спрыгнуть. Да, курс неспроста изменен. За Чарли гналась собака. Кейт нашла собачью миску с именем Кони. Кони. Блин. И опять Кейт. Открыть дополнительный материал. Блин. Такое ощущение, как будто там я реально мог спрыгнуть еще куда-то и попал бы к собаке, у нас бы с ней был бы махач. Вот, и сейчас у нас такое ощущение, что идет разветвление дороги. Куда бы нам пойти, непонятно. Чтобы не проебаться с Марком. Но я не пошел по этой... по досточке, что, наверное, хорошо, потому что, возможно, бы она треснула. Или пришлось бы вот эти вот крутые моменты нажимать. И все бы кончилось не очень. Так. Может быть и очень, не знаю. Так, ну, а тут что? Мы вот шли тут в начале игры. Мы прям идем в самое начало. Вот, я вот не могу понять... Есть ли шанс тут проебать Марка или нет? И не хочется торопиться как-то. Смотреть. Почему нет? Ну да, конечно. Waste of time. Что-то там не озвучил. И скорее всего лифт не приедет. Не-не-не. Он не приедет. Он не приедет, да. Это было глупо. Надо идти в пещеру, получается. Тут была какая-то пещера. Если это та же дорога, по которой они шли. До этого. Должна быть пещера. Давайте искать пещеру. Пещеру. Только сначала, блядь, подожди. А тут залезем? Нет. Лезть не хочет. А куда тогда? Ну давай. А, не, а и по дощечке он тоже не хочет. Не хочет идти. Точнее, хочет. Хочет, но это достаточно небезопасно, и можно умереть. Типа, в теории, я думаю. Блять. Ну, раз лифт не вызвался, значит, остается только сюда идти. Да, логично. И лезть сюда. Ебать. Да, и все, походу, у нас нет больше выбора. Я вроде старался найти и обсмотреть все. Но. Возможно, я не обсмотрел. Блин, он на том. Вот тогда мы увидели вон в том окне бабку. Блять. Нихуя. Не, ну, не больно приземлился, в принципе. Ебать. А, это Марк. Марк? Какого хера? Чарли? Ты живой? Я увидел. Ты мне ребра сломал. Ребра сломал? Чарли, я думал, ты умер. Да, я мог. Извини, что я думал. Не, я уже думал, он всерьез сломал от этого удара. Я так рад, что ты живой. Да. Я чуть не сгорел. Знаю. Мы видели. Видели? На экране. Тут кругом камеры. Бля. Где все? Марк, они живы? Когда убегали, мы разделились. Хотел бы я так сказать. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмет с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Мы решили идти к маяку. Попробовать послать СОС. Полная жопа, конечно. Полная шопа.
Я с ним зажигал. Прощался. Ебать. Я думал, он после этого бросит курить, но нет. Все-таки Горбага до этого могила исправит, походу. Хотя в его случае, блядь, и могила тоже его не исправила. Так, а что? Прям там есть газ? В натуре еще есть газ? Ладно, пошли вместе с Марком. Два мужчины. Очень крепкие сейчас, походу, будут пиздиться с маньяком. Потому что нам до этого показывали видение, что Марка убивают. Скорее всего, да. Сейчас будем пиздиться, но... Я не могу понять, это... Нет, это не то место, где заперлись Джейми и Эрин. Да что-то другое. Открыть. Ну, закрыто. Естественно, закрыт. Сломано окно. Штырь. Да, он на тот штырь его вообще уронит, нахуй. Да. Давай зажигалочку зажгем. Чтоб нам это... Правда, газ может кончиться, но чтобы было видно. Так, вот лестница. Лестница чудесница. Тут ничего ж и нету. Ну, ладно, сюда. Лестница, да? Все, лезем, лезем. Лестницы тут вот такие вот, которые стремянки. Они очень хреново обозначены, и ты их можешь не сразу заметить. Типа интерфейсом. Но я предлагаю сначала пройти вот сюда, направо, хотя нам надо, я думаю, налево. Ведь сюда же можно пройти, вот так возможно, тут секретка какая-нибудь. Да, ведь я не просто так иду. Или вот стрим... Хотя, наверное, я сразу пошел туда, куда надо. Потому что тут дырка в окне. А там, наверное, был тупик. Вот. Ебать. И тут ни хрена не видно. Опа. Что за новое видение? Два астронавта. Это, кстати, видение из новой части, которая Directive 8020. Да. Я видел уже трейлер второго сезона The Devil and Me, который анонсировали уже. Что классно. Это просто как приятный бонус, и отсюда никуда, видимо, нельзя пройти. Да, на будущую часть нам показали, которая выйдет через год или два. И, кстати, да, карточка. Юзай. Во, давай. Заебись. Открывай. Юзай, открывай. Подожди, нет, нет. Держать и назад. О, письмецо. Медицинская карта. Мюнде Гектор Вейлом. Семейный врач Чарльз Браун. Доктор медицины. Мюнде Гектор Вейлом, да. Сегодня у меня на приеме был Гектор, мальчик 7 лет. Его сопровождала мать, которая сообщила, что Гектор жалуется на плохое самочувствие и сильную усталость. В ходе осмотра выяснилось, что Гектор слегка недоедает. У него недостаточный вес и очень бледная кожа. Также я написал выписал матери диазепам 2 мг для приема до 3 раз в день по мере необходимости. 27 сентября. Сегодня у меня на приеме был Гектор, мальчик 7 лет. В связи с недавней госпитализацией по поводу острого бронхита, Гектор упал в обморок во время урока в школе. За 2 недели с момента госпитализации Гектор пошел на поправку. Вероятнее всего, заражение вируса произошло при контакте с другими детьми в школе по причине ослабления иммунной системы из-за недоедания. При осмотре груди Гектора я обнаружил синяки на подмышках и плечах впоследствии грубых игр в школе. Гектору рекомендовано избегать подобных занятий. Матери рекомендовано воздержаться от курения рядом с Гектором, особенно пока он выздоравливает. Я назначу повторный прием через неделю. Так, медицинская карта подвергалась насилию со стороны матери. Ага, ну, я так и думал, что насилие со стороны именно матери. Ну да, я прочитаю, блядь. Дурак, нахуй. Ну почему? Я держал, самое интересное. Вот это сраная R2, я ее держал. Я ее держал, блядь. Так вот. Все. Сегодня у меня на повторном приеме Гектор, мальчик 7 лет. В ходе осмотра выяснил, что Гектор почти полностью оправился от бронхита. Количество синяков увеличилось, травмы были причинены человеком удачи значительной силы, вероятнее взрослым, чем одноклассниками. Назначить повторный осмотр через неделю. Сегодня у меня на повторном приеме Гектор, да, его дед Джордж. Обнаруженные ранее синяки Гектора сошли. Джордж посоветовал смотреть ноги ребенка. Лодыжки Гектора распухли и
испещрены мелкими порезами, как будто его сковывали. Дед подозревает, что эти раны нанесены матерью Гектора, назначить повторный осмотр при участии матери Гектора. Угу. Ну да, все как я и говорил, Гектор наш детектив, бывший, который работал с маньяками, у него была в принципе неустойчивая психика из-за детства, вот, блять, ебать, упал, ну ладно, кстати, ну соворотились зато. У него была неустойчивая психика из-за детства, травмированного, из-за уебищной матери, вот, и это все повлияло при общении с маньяком, который его психику, наверное, и добил, вот. Да. Так, наверное, оно и есть. Вот так ушки. Так, а что нам делать там? А, вот сюда, наверное, вот. Толкать придется. На что только? На какую кнопку? Почему не... А, садись, толкать. Толкать, пустить. Давай, давай. Как-нибудь... Вот так вот разверни и вперед. Правильно. Блять. Ломай, ломай, да-да-да. Вот так вот. Отпустите все. Опачки. Блять. Вот так. Чё, криво все делает, блядь. Да блять, почему? Я прямо вот. Теперь запрыгнул. А, и дырка в крыше, окей. И мы откроем с той стороны, все. Марк с таким, блядь, пустым взглядом зашел. Как будто мертвый, нахуй. Чем так воняет? Тобой! Блядь. Есть тут что-нибудь? Я видел собаку. Да, я тоже. Испугался до усрач. Опа. За Чарли гнала собака, Марк за Чарли, что он тоже видел собаку. Хм. Она теперь тоже тебя боится. А Марк когда ее видел? Интересно. Получается, я ее вроде за Марка не видел. Что за газета-то? За... Которую даже прочитать нельзя. И взять нельзя. Continue page. Не понял. А в чем осмотра этой газеты? Где тут keep on что-то? Может, код какой-то тут есть? Continue, ну, пусть. Непонятная хрень. Первая, по-моему, записка, которую ты просто смотришь. Не могу держать. Ебать. И чё? А почему они сами прячутся? Как они поняли, что надо спрятаться именно туда? Обычно же я делаю выбор. Видимо, я то, что промедлил, а должен был осмотреть. Заранее. Блять. Окей. Максимально странно, конечно, выходит. Че, опять дышать через раз? Нет? Нет? Сейчас он байтанет, что он к нам идет, короче. А, он увидит, что крыша сломана. Значит, кто-то упал с нее сюда. И он такой, бля, они здесь. Да-да-да-да-да. Блять, вот-вот. Сейчас, типа, пойдет проверять контейнеры. Ну, нихуя не проверит. Тише. Сам сиди. Он сейчас увидит, да? Как приподнимается эта хуйня. Или нет, нет, не увидит. Так зажигалка же, он должен увидеть. Да-да-да, он видит же. Да-да-да-да-да-да-да. Он увидел, бля. Он же увидел. Ебаная зажигалка. Тебе надо было ее вырубить. И дурачок, Чарли. А, ему похуй. То есть ему было похер на свет, который был из щели мусорки. И он его точно видел. А вот то, что я вот дышал ровно, то
это сразу спасло ситуацию. У него в голове пропала мысль, что ага. Нет, там нет света, мне показалось. Че за бред? Тут полностью темная комната. Он бы хоть как это проверил. Ебать, бред. Да, мы сейчас должны, наверное, тут увидеть Кейт и Эрин. Ну, навряд ли. Хотя вряд ли. Мы бы сразу увидели, как только подошли бы к монитору, наверное. О, что это? Куртка какая-то с кровью. Непонятно, чье это. Ну и ладно. Блин, с ним. Блин, а что делать-то мне? Что мне делать? Мне туда, прям к нему идти? Чтоб пиздиться с ним? Или тут есть другой выход? Хотя нет, нету. Значит, сразу туда. Кстати, тут что... Нет, это все куртка. Это до сих пор куртка. Ладно. Выход только... Боже мой. Ой, бля, трупы. Зачем это? 1, 2, 3. Он хранит тела жертв. И тут, наверное, сейчас будет Кейт висеть. Зачем? Да? Для него это ценность. Трофеи. Ебанись. На память. Ебанумба. Не, он, наверное, Кейт еще... явно много знает. А не может быть, что он здесь не один? В смысле? Делать роботов, следить за домом и ловушками. Ну, мамка его следит. Это реально в одиночку? Не-не-не, мамка еще реально работает. Реально. Если он безумный и очень упорный. Да. Они с мамкой работают, я вам говорю, блядь. Нет, туда пока не пойдем. Надо посмотреть, что за... За скример, за занавеской. Ага. В этот раз никакого пока что нет скримера. Ах, твою мать. Ух ты ж, это кто, блядь? А, это труп, нахуй. Еба. Фу, нахуй, че у него с ногами? Дырки какие-то. Ёпта. Мерзкая хуйня, конечно. Зря я туда посмотрел. Так, что у нас тут за записи? Мистер Ли Гаррисон, 6.10.22, 4.27. Константирована смерть от удушья. Тело помыто, заморозка не требуется, так как уже подготовлен раствор формалина. Метод помещен процедуру для бальзамирования. Начальная стадия разложения прошла без внешних признаков. Подходящий образец для создания аниматроника. Введение фиксирующего раствора формальдегида сердечно-сосудистую систему объекта. Процесс введения фиксирующего раствора завершен 4.30. Объект помещен в емкость с ацетоном. Повторная проверка через 24 часа. Обработка ацетоном завершена без негативных последствий. Признаков легидности пока не выявлено. Повторно... Охуеть, нахуй он это записывал. Планшет, найденный около резервуара с химикатами, содержит заметки о процессе бальзамирования тела Гаррисона Ли. Гаррисон Ли зарегистрировался в отеле несколько недель назад и к утру следующего дня был мертв. Так, да, сейчас он положит курс. А почему курс изменен? Чарли нашел инструкцию, по которым Дюмет создает свою аниматронику. А зачем ему это знать? Не, ну типа, понятное дело, что он ее как-то создает, а не похуй ли. Да, обработка идет по плану, зафиксированная реагидность, конечно, прошлых образец. Мистер Льюсли пришлось утилизировать кислотное ванне, поскольку трупное окоченение, ага, достигло кожи и привело к появлению больших волдырей, которые сделали образец непригодным. Возможно, это произошло из-за ускоренного разложения, причины веса образца 185 фунтов против 142, задержка начала фиксации или слишком низкого уровня формальдегида. Обработка идет по плану, конечности полностью реагидны. Повторная проверка через неделю. Конечности затвердели на 50%. Выполнена замена ацетона. Повторно 24 часа. Замена ацетона завершена без негативных последствий. Угу. Все. Зачем я это читал, правда? Вот эти все мерзкие подробности, которые, ну, типа, поебать. Как это работает? Шаг фиксации. Перепроверирован. Удаление жира и костей. Пропитка, выбор положения, обработка. Пиздец. Да уж, мерзко это все дело, конечно. Выходим из этой подсобки.
И смотрим, что я тут еще пропустил, нет? Вроде бы нет. Остается только идти вперед. Это я отсюда пришел. Наверх никак. Нам налево, да? Вот сюда. Вроде бы сюда. Так, а это что такое? Давай слушать. Запись переговоров на полицейской частоте. Полиция подозревала, что чикагским убийцей был Гектор Мюндей. А, нихуя, подожди. Всем подразделениям, будьте начеку. Подозреваемый мужчина — это предположительно филер. Подозреваемый спецагент ФБР Гектор Мюндей. Он вооружен и очень опасен. Диспетчер, это офицер Мартинес. Вижу машину Мюндей. Пришлите людей. Офицер Мартинес, где вы находитесь? Мюндей — это же бывший детектив, все понимаешь, да? Выглядит заброшенно. Офицер Мартинес, подкрепление в пути. Оставайтесь на месте. Так точно. Черт, он меня увидел. Офицер Мартинес, оставайтесь на месте. Расстрелял, да? Ебать. Черт. У нас тут проблема. А как ему все это время удалось скрываться? Вот в чем вопрос. Пожарная бригада. Как его не нашли? Вы слышите меня? Он все еще там. Как они его не поймали, блядь. Вот это вот странно. Может, у него связи. О, деревяшечка. Где мы шли с Марком, по-моему? Именно по ней, да, где его. Кейт еще такая, ну давай. Не боись, заебись. Может, это выход? Где? Вот этот пол? Или это дверь? А тут еще, да. Рычажок. Шутишь? А, ну тут... Что-то сверху, блядь. Непонятная хрень, короче. Тут еще и смотрите, смотрите, смотрите. Я думаю, наверное, давайте мы сейчас закончим на этом серию. Вот, хотя прям по ощущениям до конца игры осталось совсем чуть-чуть, но продолжим в следующем выпуске. Вот. Тут еще ходить, ходить. Блядь, заебало. Нифига не видно. Вот, давайте, короче, на этом мы закончим нашу серию. На такой вот нотке. Блин, вышло как-то, конечно, некрасиво, как всегда, блядь. Я не помню. Ну, House of Ashes, когда я играл, у меня... Ну, я досмотрел прохождение, по-моему, или сам поиграл, уже не... Ну, поначалу никто не умер, ладно. Вот, в Man of Medan там кто-то умер, ну, я такой, и насрать. В Little Hope тоже кто-то умер, ну, Little Hope по итогу все смерти свел на нет, потому что там такой сюжет, вот. Да, а здесь прям обидно, я бы мог всех спасти, но... Получилось, что получилось. Вот. На этом все. Давайте тогда до следующей серии. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях. И увидимся уже в финале. Всем пока.